Найдено решение сирийского конфликта. В Вашингтоне предложили поистине дипломатический и мирный выход. Взять просто и убить легитимного президента Башара Асада. Что самое интересное, эта абсурдная идея принадлежит не кому-нибудь, а сотруднику аппарата Конгресса США, республиканцу Дугу Ламборну. Он так и заявил на секретном совещании. А как насчет убийства Асада? Это было сказано вслух, несмотря на то, что по закону ни один сотрудник правительства США не должен участвовать в политических убийствах.